Всем привет на моем канале, сегодня в видео я хотел бы поделиться с вами фактами обо мне, и сегодня будет 20 фактов обо мне. Сегодня у меня настроение немного рокерское, поэтому у меня такой макияж, и не знаю, может, по вашему мнению, это не рокерский макияж, возможно, но почему нет? Так что я думаю, мы можем начать. И первый факт обо мне – мне 27 лет. Второй факт обо мне – я учился на специальность «Связь с общественностью» или «PR». Но я не закончил, потому что после первого курса мне не понравилось, так сказать, мне не понравилась эта специальность. Не знаю, о чем я думал. И я просто ушел из университета, не забрав документы. Следующий факт обо мне – я обожаю кофе. Каждое утро я пью кофе, и на протяжении всего дня я пью кофе, обязательно с молоком. Я не знаю, кофе это что-то нечто. И четвертый факт обо мне, я обожаю путешествовать. Я, в принципе, в любой точке мира чувствую себя как дома и спокойно переношу путешествия. Нету такого, чтобы я прям куда-то приехал и там скучал, или мне хотелось вернуться обратно. То есть я вообще спокойно переношу путешествия, обожаю путешествовать и хочу путешествовать еще, еще и еще и посмотреть весь мир. И пятый факт обо мне – я обожаю готовить. Я люблю готовить не только по рецепту, но и также частенько я импровизирую, добавляю какие-то ингредиенты или делаю что-то, что я до этого не пробовал. Когда я готовлю кушать, я отдыхаю. И это меня расслабляет и приносит массу удовольствия. И шестой факт обо мне плавно перетекает из пятого. Я люблю покушать. И я могу есть, наверное, без остановок весь день, но как бы где столько еды взять? Седьмой факт плавно перетекает из шестого. Сейчас я действительно полюбил ходить в тренажерный зал, чего раньше я вообще не любил делать, но тренажерный зал позволяет мне больше кушать, и это меня радует. Как бы тяжело мне не было в тренажерном зале, после тренажерного зала я знаю, что я приду домой и буду кушать. Восьмой факт обо мне, я обожаю косметику и макияж. Да, возможно, я еще не умею краситься профессионально, но в принципе я и не считаю нужным для себя это. В дальнейшем я хочу научиться краситься более профессионально, но прям, чтобы красить кого-то, мне это не обязательно, так чисто для себя. Поэтому я люблю макияж, что-то яркое, и что меня радует в Америке, здесь я могу, в принципе, даже вот с таким макияжем спокойно пойти на улицу, и это будет нормально. Девятый факт обо мне – я гей. Не буду комментировать, просто это факт обо мне. Десятый факт обо мне, я очень люблю рисовать. Я рисовал всегда, опять же, не профессионально. Сейчас я начал рисовать больше, и мне это дико нравится. Я люблю рисовать, мне нравится сам процесс рисования. И это тоже очень расслабляет, и ты можешь воплощать какие-то свои идеи в рисовании. Это все очень весело и забавно, и мне это нравится, и я хочу продолжать это делать. Одиннадцатый факт обо мне – я фотограф. Так же, как и рисование, мне нравится фотографировать. Я в какой-то период времени фотографировал природу, потом... Но большую часть времени я фотографирую людей. Портреты, модельные тесты, мне это все очень интересно. Иногда неинтересно обрабатывать, но когда ты закончил обработку и видишь результат, это того стоило, и это приносит массу удовольствия. 12-й факт обо мне. Раньше я работал моделью. Да, тут тоже без комментариев, как бы работал и работал. 13-й факт обо мне. Я обожаю плавать. Я плаваю с детства, у меня мама спортинструктор, и я начал очень рано плавать. Плаваю каждый день, мне это доставляет огромную массу удовольствия, также расслабляет, и вообще вода это мое.
14-й факт обо мне. Я обожаю смотреть кино и сериалы. Каждый день перед сном я смотрю какую-нибудь серию или начинаю смотреть какое-то кино, и потом на следующий день его продолжаю смотреть. В общем, я каждый день что-то смотрю и очень обожаю ужастики. Это прям вообще какая-то моя слабость. Но единственное расстраивает, что в последнее время не выходит каких-то прям таких вот страшных фильмов, чтобы прям вот так вот хочется. 15-й факт обо мне. Я обожаю музыку. Я слушаю музыку целый день. Я просыпаюсь, включаю музыку и под музыку начинаю собираться либо на работу, либо просто делать какие-то дела по дому. И также, когда я куда-то еду, я слушаю музыку. То есть музыка со мной целыми днями. 16-й факт обо мне. Я обожаю походы. Я еще ни разу не был в походе там месяц или полгода. Но я бывал в походах недельных, и это очень весело. Это как окунуться в другой мир, ты без связи, ты только с природой. Я не знаю, это просто надо попробовать, и я периодически делаю такие вылазки в походы. И, кстати, в ближайшем времени, в марте я хочу пойти в поход Гранд Каньон. Надеюсь, это будет очень интересно, я обязательно буду снимать об этом видео. 17-й факт обо мне. Я обожаю растения. У меня на балконе небольшой сад уже, и несколько растений есть внутри квартиры. И я обязательно тоже сниму видео о моих растениях, но это будет чуть позже, и я хочу немного организовать это, чтобы это смотрелось красиво, не так, как это сейчас смотрится на балконе. Обязательно об этом будет видео, и я поделюсь с вами частичкой моего сада. 18-й факт обо мне. Я люблю пить вино муската. Это, наверное, единственное вино, которое я могу пить из вин, потому что остальные вина мне не очень нравятся, а вот муската — это прям вот вкусненькое. И в данный момент это, наверное, единственный алкоголь, который я пью, так как я не люблю пиво там и другие алкогольные напитки. 19-й факт обо мне. Я обожаю шоколадное мороженое. Также каждый день, когда я смотрю какой-нибудь сериал или кино перед сном, я обязательно кушаю под сериальчик или под кино мороженое шоколадное. Это прям у меня уже традиция перед сном, и я не знаю, это очень вкусно. И 20-й факт обо мне, завершающий факт. Я раньше занимался большим теннисом, мне очень нравится этот вид спорта, я люблю смотреть большой теннис, сам играть в большой теннис. Это действительно отличный спорт, и что меня радует в Майами, здесь очень много теннисных кортов, то есть в любой момент я могу пойти и поиграть. Опять же радует. И на сегодня это последний факт обо мне. Также, если вам интересно узнать обо мне больше информации, больше фактов, или что я не люблю, или ответить на какой-то из ваших вопросов, снизу я закреплю ссылку Ask Me, и вы можете перейти по этой ссылке и задать мне какой-то вопрос, и я буду выбирать и в следующих видео отвечать на ваши вопросы. И на этом видео подходит к концу. Всем, кому понравилось это видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!